Добрые традиции должны иметь продолжение. Вероятно, именно так решили сотрудники комитета судебных экспертиз по Брестской области, в очередной раз собирая игрушки и сладкие подарки для своих маленьких друзей из деревни Ланская Малорицкого района. Мальчики и девочки, которые борются с тяжелыми заболеваниями, как никто другой, нуждаются в настоящей новогодней сказке. И эксперты госкомитета уже не первый год создают ее для ребят. У нас сразу возникла идея, особенно в предпраздничные дни, подарить радость детям. Ну, многим подарить мы не можем, но хотя бы некоторым из них мы обязаны это сделать. Поэтому и руководство управления, и сотрудники, и работники очень живо откликнулись на данную акцию. Если в этот день мы подарим им хоть немножечко счастья, на их лицах будут улыбки, то все наши сотрудники и работники будут очень рады этому. Благотворительная акция пока не имеет солидного стажа. Это только второй новогодний проект в истории госструктуры. Однако в том, что данная инициатива будет продолжена, сомневаться не приходится. Улыбки на лицах мальчиков и девочек – лучшее тому подтверждение. А положительные эмоции, и в этом уверен каждый доктор, помогают бороться с болезнью. В преддверии Нового года нам вновь позвонили, я назову же теперь их нашими спонсорами, представители Брестского комитета экспертиз, и предложили вновь свою помощь. Мы ее приняли с благодарностью. Мы вновь пригласили детей-инвалидов и позвонили представителям Малорицкого овощесушильного комбината, которые откликнулись с радостью на наше предложение. К нам присоединился председатель сельского совета Олтушского. Все приехали с подарками, с поздравлениями. То мероприятие, которое мы провели сегодня, вызвало и улыбку у детей. Вы видели, какая была радость. Я думаю, что это не на один день. Подарки в преддверии Нового года – это неоценимая помощь для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Их лечение и реабилитация требуют немалых материальных затрат, а потому семьи всегда благодарны и признательны за любую помощь, которая уже была и которая еще будет оказана. Тем более, что в рамках подобных акций важны не только и не столько сами подарки, сувениры или сладости. На мероприятии всегда царит удивительная атмосфера тепла и добра, которая, как известно, лучше любого лекарства.